Всем привет! Это долгожданная посылочка с Алиэкспресс, с торговой площадочки. Курточка. Шла ровно на месяц, потому что я заказываю 28 декабря. Да, 28 декабря как раз начались у нас праздники. Очень долго она стояла на российской границе. Давайте так будем это называть. Шла на месяц, ровно сегодня, ровно месяц. И, наконец-то, она дошла. Продавец хороший, трек номер дал, отслеживалось от начала и до конца, общительный, значит, я уже начал там нервничать, просто курочка на одном и том же месте стояла где-то дней 5-6, я говорю, что за проблема, он говорит, типа, не беспокойтесь, все хорошо, я высылал, все прекрасно. Вот сегодня получил курточку, на часах 11 утра, а я уже бодр и свеж. Очень-очень мечтал получить эту курточку, просто мой пухан уже старый, пуховик, а не пукан. Так, вот в таком она пакетике, все, в пакетике больше ничего нет, еще один пакет, знаете, напоминает подушечку. Так, ну, типичный пакетик, как все курточки и пиджачки идут, с такой вот застежечкой. Заказывал цвет хаки. Вот такой вот пуховичок. Так, первое ощущение. Ну, в принципе, прикольно, слушайте. За 2000. Отлично. Так, тут у нас карманы обманы, значит. Нормальные карманы. Не знаю, в комментариях просто там очень много пишут людей, что типа карманчики маленькие, нормально, все прошито, все отлично. Так, пуговочки. Застегиваются, все отлично. Так, замочек. Так, заказывал 4XL. Все, 4XL, да. Так, сейчас, вот, замок вообще хорошо ходит. О, вообще клево. Ну, думаю, классный пуховик. Вот мне вот он понравился, я заказал. Вот такой вот у него наполнитель. Сейчас я выйду на улицу и сделаю полноценный обзор. Ставим лайки.